Всем привет! Сегодня мы приготовим нежнейшие оладушки из кабачков. Берем один кабачок, в данном случае у меня цукини. Чистим его и трем на терке. Все, что мы протерли, перекладываем в миску. Солим по вкусу, перчим. Хорошенько все перемешиваем и даем настояться, чтобы появился сок. В другую миску разбиваем одно яйцо, берем зелень, у меня укроп и петрушка, мелко нарезаем, добавляем к яйцу, выдавливаем 2 зубчика чеснока. Хорошенько все перемешиваем, откладываем и теперь можно отжать сок из наших кабачков. Кабачки очень сочные, нам этот сок не нужен. Зелень с яйцом добавляем к кабачку, туда же 3 столовые ложки муки. Хорошенько перемешиваем и можно жарить оладушки. Обжаривайте с каждой стороны по 3-5 минут. После того, как перевернете, можно накрыть крышкой на 5 минут, чтобы все слегка пропеклось внутри. Вот и готовы наши кабачковые оладушки, в данном случае оладушки из цукини. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Пробуем, что у нас получилось. Я хотела бы с вами посидеть, разделить трапезу, так сказать. Вот кабачок наш. Я готовила его впервые. Очень нежно. Очень нежно. Я бы сказала, еще плюс диетически. Очень вкусно. Нежнейшие оладушки из цукини. Ну, можно то же самое сделать из кабачков. Ну, а на этом, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк. Ну, а если хотите больше новых рецептов, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч и увидимся очень скоро. Пока-пока!